Здравствуйте! Вы на канале Шмыгля Резидент, Андалинас Хоум Гарден. Ну и что, все-таки я решила 16 числа марта открыть садово-огородный сезон, уличный. Вот так перезимовали мои гортензии. Смотрю, что вроде бы неплохо, почки набухли. Это крупнолистная гортензия. Это которая цвела. Ну, здесь еще снег лежит, земля замерзшая. Надо будет к концу недели убрать все здесь. И моя гортензия вьющаяся. Вот такая красавица. Она вот как пошла ползти у меня вот сюда. Вот. Так и перезимовала. Ну, так и будет. Вот такая картина на 15 марта. 16 марта и тает у нас снег. Конечно, южная сторона вот под забором, но там под самим забором. Сейчас я подойду поближе покажу. Еще снег лежит, а вот так. Вот эта сторона, уже снега нету. Зато эта сторона у нас, мы даже, который снег, ну, вычищали, все бросали туда. Вот еще сколько снега. Снега с каждым днем все меньше и меньше. И 16-го я вышла на улицу, увидела вот такие отросточки тюльпан. У меня здесь ранние ирисы. Я немножко сгребла листья, где возможно не так сильно замерзшие, но у меня времени сегодня не будет много отгрести. Ну вот, сходят тюльпаны, думаю, на следующую неделю они будут уже достаточно большие. Сходят нарциссы. Вот довольно здесь такой рядочек у меня нарциссов. И уже всходит. Я очень рада. Вот они. Маленькие, но удачные. Ирисы вот стоят. Зелененькие. Примулки. Вот здесь у меня примулы отходят. Думаю, надо посмотреть, что здесь у меня осталось. Я немножко отгребла чуть-чуть. Но сразу брала. Ну, земля замерзшая и не так-то легко. Ну, сейчас пойдем теплицу. Сколько еще снега у нас на бэк-ярде, заднем дворе. Но уже с каждым днем все меньше и меньше. Я думаю, к концу недели уже здесь снега не будет. Вот моя клумба с лилиями. Вот такая. И здесь я немножко тюльпанов посадила. Побыстрее бы все растаяло, чтобы мне уже убрать. Так как осенью не успела я убрать свои грядки. У нас раньше времени пошел снег, потом похолодало и не хотелось выходить. Ну и вот так обстоят дела в моей теплице. Здесь жарко, так как на улице солнце светит. И посмотреть, что здесь с розочками моими. Днем им очень тепло. Завтра буду делать кое-какие посадки, так как думала в субботу. В субботу у меня ничего не получилось, то есть вчера. А сегодня воскресенье. Я вышла просто так пройтись, посмотреть. Так перезимовал мой плющ. Вот один. Здесь у меня прямо горшечный бум. Я вынесла их из теплицы на улицу. Надо полить и посмотрим, все нормально с ними или нет. Вот такие. Так перезимовали плющи мои. В прошлом году у меня был ручеек, были посажены крокусы. И вот такие они уже взошли.
Сегодня у нас 17 марта. Субботний результат. Дома сделала очень мало. Оно, на улице вроде бы тепло было, но ветер такой холодный дул. И на улице я так не выходила, чуть-чуть там только сгребла. А съездили мы в магазин и купили цыплят. Вот такую красоту. Они уже такие большенькие, я думаю, им по неделе две, наверное, вот. Вроде бы здесь должно быть одни курочки. Покупали мы как курочек, без петушков. Вот наше хозяйство. Корм здесь ихний, водичка. Свет светит, им греет. Вот наше хозяйство. Так выглядит мой рододендрон. Почему-то листики скручены. Вроде бы на улице у нас и плюсовая температура, но под ним очень-очень много снега. И листики вот так скрученные, хотя он уже должен их расправить. Ну, надеюсь, увидим в этом году его цветение. Ну и вот 16 числа, вот столько у нас еще снега. Правда, мы сюда все скидывали с нашего драйвея, ну, то есть с парковки весне. И на этом хочу закончить мое видео. И надеюсь, на следующую субботу здесь уже снега не будет, так как эта неделя, ну, то есть с понедельника обещает нам уже конкретное тепло. Хочу вам пожелать ранней теплой весны без возвратных заморозков, хорошего теплого солнечного лета в меру дождливого, теплой урожайной длительной осени. Здоровья вам, благословения вам, мир в наших сердцах, в наших домах, в наших странах и мир всему миру. До встречи на моем канале Шмыгля Резидент and Alina's Home Garden.